Прошу прощения за некоторый сумбур. Надеюсь, что хотя бы какую-то информацию я вам донесла. Какие-то позиции здесь действительно вы видите впервые, о каких-то из них я вам уже несколько раз рассказывала. Из того, чем я пользуюсь впервые, о чем я вам еще не рассказывала, я, конечно же, хочу отметить вот эту вот маску от Dr. Grande. Я хочу отметить вот эту вот ночную сыворотку. Это новинка от Dr. Hauschka Night Serum с яблочными экстрактами. Все мне в ней нравится, кроме того, что после нанесения, если вы будете массировать вашу кожу, активно к ней прикасаться, частично эта сыворотка будет скатываться. Вот это вот мне в ней не нравится, все остальное великолепно, то, как она кожу восстанавливает, то, как она на кожу ложится, ее чуть подтягивает, улучшает цвет лица, все это мне очень-очень нравится. Также для меня очень приятным открытием стал вот этот вот Dramatically Different Moisturizing Gel от Clinique, которым, честно признаюсь, раньше никогда не пользовалась. Сейчас я им с удовольствием пользуюсь не только для лица, но и для моей зоны декольте. Наношу его обильно на шею, на грудную клетку, на плечи. И также одним из моих любимчиков стал вот такой вот олефинол флюид от Caudalie с SPF защиты 20, которым я пользуюсь сейчас практически каждый день. Наношу его на все лицо и в качестве увлажнения, и в качестве очень хорошей защиты от морщин, антиоксидантной защиты. Легкой, которая не закупоривает мои поры, в которой также содержится витамин С, которая помогает моей коже обновляться, помогает ей выглядеть очень хорошо, молодой. И также еще один крем, который мне очень-очень понравился, это вот эта вот малышка 15 мл туба, крем для глаз, который называется Hyaluzi. Это достаточно сильная линейка, но так как здесь очень сильное солнце, я, собственно, решила, что обычной легкой линейки для молодой кожи мне в данной поездке будет маловато, и я выбрала для себя вот такой вот крем, о чем ни капельки не жалею.